все зависит от стороны надзора. То есть мы подбираем рецепт, подгоняем. Ну, со стройным надзором вы уже подобрали рецепты, определились вместе, вы настроили оборудование, которое работает в электронном виде, да, там нет человеческого фактора, нет. Ну, значит, сбоев никаких не будет. Нет, значит, да. В пятницу мы ложим, выравниваем слой и проезд авиаторов заканчиваем, запускаем. Да. Так, какие у нас еще проблемы здесь? Здесь на самом деле, вот по Кравченко проблем меньше, там больше проблем было Брикова. Здесь все понятно, все идет как бы в плановом режиме. Ну, по Лапенкову там вот эти капилля, теплотрасса и так далее. Капилля, теплотрасса, водовод, все мне это понятно. И даже до стадии заключения договора мы все знали, что там все это нужно. Да. Если там есть сдерживание, то давайте соберемся и ресурсники. Все остальное в рабочем порядке решается. Сегодня добавили еще две бригады. Так, есть... всего у нас бригад, сколько работает на двух улицах совместно? В пределах, наверное, 12 штук. 12 бригад по численности? По 6-7 человек. По 6-7 человек. Этого достаточно? Пока на данном этапе, да. Чтобы завершить установленные сроки все работы? Да. Сейчас вот подготовку произведем к укладке площадки, там уже будем добавлять людей. Так, у нас по малым архитектурным формам все определено, все контракты законтрактованы. 80% заказаны, оплачены. Там небольшая проблема по детским городкам, но в данный момент ведутся переговоры. Я думаю, что мы это все уладим. Так. Какие сроки? Ну, буквально 2-3 дня. До конца недели, значит, у нас будет все проплачено и заказано по малым архитектурным формам. По малым формам. Сроки изготовления? Сроки изготовления, начиная, скажем, со следующей недели, будем частично получать и по 25 августа. 25 августа это у нас последний, уже на готовые площадки, на готовое озеленение мы ставим остановки. Остановок сколько ставим? 23 штуки. 25. Нет, но они будут там постепенно поступать. Одна из постепенно до 25. До 25. А это крайний срок. То есть крайний срок 25. Постепенно будем монтировать. В частности, у нас здесь исчезло, там в стороны разошлись два ларька, которые стояли буквально вот здесь, вот на входной группе. Сейчас эта входная группа будет изменяться. Тут будут новые буквально конфигурации деревья, которые от 2,5 до 3 метров, да. Которые будут уже сформированы с кронами, с корневой системой, и подрядчик зеленый мир город Красноярск будет нести потом за них еще годовалую ответственность. То есть мы примем с вами не просто кустики, как мы привыкли садить, а посадим нормальные живые деревья, которые гарантированно потом будут обслуживаться подрядчиком. Ну и потом благополучно мы с вами будем их поливать все вместе. Я первый, вы со мной.